Взрывчатых веществ на месте рухнувшего здания торгового комплекса на улице Гакаева не обнаружено. Об этом заявил заместитель начальника полиции МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев в эфире нашего телеканала. Было получено заключение нашего экспертно-криминалистического центра, что обстоятельства, которые, возможно, могли быть причастны и использование взрывных веществ и взрывных устройств, на месте происшествия не обнаружено. Поэтому террористический акт или взрывные какие-то использования устройств исключаются.